С начала этого года на дорогах республики погибло 27 человек. Только за прошедшие выходные жертвами трех ДТП стали 11 человек. Основной причиной аварии сотрудники ГАИ называют несоблюдение правил дорожного движения, а именно выезд на встречную полосу и превышение скорости. Дорожные инспекторы проводят профилактические рейды еженедельно, напоминая водителям, что от них зависит не только их собственная жизнь, но и жизнь пассажиров и пешеходов. Однозначно причинами совершения, как я уже говорил, является человеческий фактор, только человеческий фактор, никаких сопутствующих причин, ни дорожные условия, ни погодные условия, хотя, конечно, погодные условия были неблагоприятны, так скажем, но они не повлияли на совершение. Однозначно это нарушение правил, выезд на полосу встречного движения, при этом водители не обратили внимания на приближающийся транспорт. Как правило, наши водители всегда пытаются проскочить. Вот это желание проскочить, проехать, успеть и приводит к таким печальным последствиям. Ну а в ближайшем будущем ГАИ совместно с активистами движения ЯПП планирует провести акцию «Автокресло детям». Помимо информационных листовок и разъяснительных бесед, они планируют подарить специальные детские кресла молодым мамам от одного из спонсоров акции.